Мур, привет, друг, это Зверько, и я расскажу о 5 важных изменениях в обновлении Next. Итак, расскажу без подробностей, потому что подробно уже было в видео «Реворк фарма в обновлении Next». Оставлю ссылкой в комментариях. Первое. Лес изменили. Лесной нож и остальные предметы фарма можно купить только если ты перед боем взял возмездие. Урон по крипам этих предметов увеличили. Нет ножа – нечего соваться в лес на первом левеле. Второе. Лесной нож и другие лесные предметы в первые 3 минуты боя дают штраф – минус 40% опыта с миньонов на линиях. А бонус, о котором я рассказывал в обновлении, убрали, добавив опыт в награду за крипов и увеличив бонус опыта от предметов. Это не означает, что волну миньонов нужно тупо сливать в пустоту, если вдруг ты лесник и на пустой линии. Ты хотя бы собери 60% опыта с миньонов по-быстрому и обратно в лес. Абсолютно всех крипов усилили и подкрутили по фарму, а каменный цветок на реке теперь только один. Кроме того, когда несколько героев рядом с бафом, его защита резко возрастает, поэтому если хочешь помочь своему леснику, просто не мешай. Однако, это открывает новую тактику, чтобы помешать противнику. Один подписчик задал довольно интересный вопрос. Что будет, если Эстес будет хилить лесника? Отвечаю, урон по мобу снижается. Третье. На топ и ботлайнах первые 7 волн идут баллисты с бонусами. Со стороны черепахи – больше опыта, со стороны лорда – золото. Выбирать придется исходя из команды и личного стиля игры. Седьмая волна заканчивается примерно на 3.40 от старта боя. В выборе линии ты не запутаешься, игра заполнена кучей подсказок и на карте, и под ногами. И одни баллисты везут золото, другие – свитки. А посередине грустно шлепают пустыми. В уже упомянутом видео я сравнивал эффективность всех 3 линий. А пока что тестируется лес и вырабатывается стратегия лесника. Задача довольно непростая, но как будет все готово, покажу. Четвертое. Теперь первые 3,5 минуты на внешних башнях есть щит. Нанося по этому щиту урон, ты получаешь золото. То есть, допустим, ты стоишь на линии, а противника нет. Почему бы не набить себе голды? Но только осторожно, не попадись на ганг. Кстати, урон от крипов по башне, если ты стоишь рядом, тоже идет золотишком на твой счет, а между союзниками делится. Пятое. Дополнительные настройки. Во вкладке «Основное» есть переключение «Здоровье монстра», которое поможет определить количество оставшихся хп у крипа и силу урона твоего возмездия. Во вкладке «Управление» умный выбор цели автоатакой и навыками. Теперь, если зажать автоатаку и далеко оттянуть, появится индикатор прицела для выбора цели. То же самое будет с навыками, которые лочатся на героя. По мне так не очень удобно, надо свапать слишком далеко. Проще и быстрее выбрать иконку нужного противника в режиме захвата героя. А вот режим переключения камеры весьма удобно. Камера отдаляется вверх и в сторону прицеливания навыка, что упрощает геймплей, например, на той же селении. А вот режим вспомогательного прицеливания я то ли не понял, то ли не нащупал навыки, в которых он помогает. Если ты разобрался, как работает, напиши в комментариях. А на этом все. Недавно вышел подробный гайд на Барца, заходи посмотреть и удачных боев, друг! Ушел мертвый отряд, а не жив, чтоб победить, что любовь.